Второй тур выборов депутатов Народного собрания Гагаузии пройдет в долг. Смета расходов Центральной избирательной комиссии на проведение второго этапа выборов до сих пор не утверждена. Однако Башкан Гагаузии утверждает, что деньги будут изыщены. Я сразу хочу всех успокоить, что мы найдем деньги на второй тур. 14 сентября заседание сессии ожидали журналисты и один единственный депутат. Но из-за отсутствия кворума обсуждение сметы расходов на выборы было перенесено. В это время руководитель законодательного органа автономии Анна Харламенко и глава молдавского парламента Мариан Лупу проводили встречу, закрытую для прессы. Тем не менее, госпожа Харламенко, председатель Народного собрания, заявила, что средства будут найдены. Да, со средствами финансовыми у нас трудности, но я не помню ни одного случая, чтобы на выборы деньги не находились. Изыщут, найдут возможность, но выборы должны состояться, и законодательный орган Гагаузии вовремя приступить к работе. Все средства, которые будут выделены Центральной избирательной комиссии, пойдут в первую очередь на приобретение канцтоваров и покрытие транспортных расходов. Общая сумма сметы расходов составит более 600 тысяч леев, озвучила председатель Центральной избирательной комиссии Светлана Миронова. Второй тур выборов в Народное собрание Гагаузии в населенных пунктах автономии пройдет 23 сентября. Избирателям предстоит избрать еще 22 депутата из 35.